Зачарованный край для очарованного странника. Трехпалубный теплоход сел на мель в Нижегородской области. Сейчас еще вода не особо прогрелась, а вот в июне здесь всплывает водно-растительность, то есть те же самые кувшинки. И здесь прям обширное поле, которое видно невооруженным взглядом. Даже человек, который здесь не имеет опыта навигации лодки, он проходит это место стороной, потому что ну, просто видно, что там мель. На борту теплохода находится 150 пассажиров и около 50 членов экипажа. На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры и представители МЧС. Подробности сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.